Друзья, привет! Помните, я показывал про вот эту установочку для дрели? Вот такая. Теперь у меня вот здесь дополнение. Вот такое вот. Стенка задняя с трубцинами просто прихватила вот так вот, чтобы дрель не выскакивала обратно, то есть, когда идет давление на сверло. И это сделано для того, чтобы вот сверлом вот такие вот делать пазы. Видите? Вот я пробный сделал, вам покажу, как этот процесс выглядит. Вот трубочку-ограничитель вот такой сделал. Сюда одевается она непосредственно на само сверло. И вот такие пазики для шипа. Сюда вставлять шип. Ну, милое дело, когда фрезера нету и фрезы. Сейчас покажу, как выглядит все в процессе. Сейчас включу, и вы увидите. Ну, нормальная тема. То есть, в дополнение скажу, что очень годная такая штука, как бы пригождается во многих делах. И вот сейчас вот, например, вот этого сейчас увидите. Глядитесь. Вот, собственно говоря, такой паз. Сейчас я его доделаю. Ну вот два паза, да, ну вот тут на скорую руку для видео, короче, неровно, я быстренько вам показать, но вот здесь, видите, начало ровно, здесь тоже. Вот такой способ, это, ну, такой колхозанский способ, конечно же, для жмотов, у которых жмотятся на фрезу, вот это дело надо делать фрезерными сверлами, ну это типа как бы фрезеровочка такая, вот, колхозная. Ну, сама суть вот установки вот такая, конечно, вот оснастка, ну, нормальная, вот есть фрезеровочные сверла, которые... Кукурузка их называют. Вот ими можно тоже через ограничитель. Вот тоже через колхозный ограничитель, который висит просто трубочка. Можно ПВХ трубку повесить. Такая вот тема. С трубцинами зажал. Это вот упор я сделал. Вот, показываю спонтанно. Так есть. Так вот это все выглядит. Вот. С трубцинками просто вот упорчик сделал. Тогда вот тоже мысль была, да, как вот закрепить, чтобы она при давление на сверло, чтобы дрель не выскакивала. Ну вот просто в упор ее. Вот так вот, да? И все. Конечно, можно сделать и там супер-пупер там более технологично, но как вариант вот быстрый. Из остатков фанеры. Это все вот остатки фанеры. Жалко выбрасывать. Вот такое применение есть. Типа стоечки. Кому-то может быть и пригодится такая конструкция. Я стараюсь какие-то полезности тут показывать на канале. Может быть, кому-то и понравится такая идея, может свое что-то дополнить. Но уже при помощи этого, вот у меня вот закрылась проблема при минимальном количестве оснастки, там инструментов, просто дрель, струбцины, сверла. Вот я уже могу делать вот такие пазы под шип. То есть сюда вот шипом уже могу зайти нормально. Вот они два. Ну то есть если, допустим, вот это царга там или ножка какого-либо изделия, то вот соединение уже вот такое вот. Наспех можно сделать, ну не долбить отверткой там, не ковырять, вот вариант просто, ой, не долбить стамеской, ой, простите, оговорился, когда видео снимаешь, вот все время начинаешь путаться, потому что всякие факторы тоже отвлекающие есть. Вам хочется рассказать все интересно и красиво, хотя мы не те разноцветные блогеры топовые, которых большинство любят. И когда вот, кстати, есть дурачки, которые смотрят вот это вот все и воспринимают это как реклама, да, допустим, вот я показываю, у меня дрель какая есть, такая есть, там инструменты какие есть, такие есть, они такие, а, интересная реклама. То есть суть самого видео никто не хочет обращать внимание. Кстати, вон реклама, вот вам. Не реклама это никакая, у меня даже нет рекламодателя.
отдайте это на растерзание доктору Дью. Может быть, он скажет, что это полнейшее дерьмище. Хотя те, кто смотрит мой канал, они даже не знают, кто такой доктор Дью. Я не его поклонник, не фанат, не адепт там его секты. Просто он тоже в теме технической. Разбор полетов всякие устраивает. И у него вот есть молодежь, которая его смотрит. Молодежь знает. А пенсионеры знать не знают. Вообще даже не знают, как пользоваться Ютубом и Дзеном. Это видео я тоже на Дзен выложу. Подписывайтесь, кстати, на все каналы, которые вы видите в ссылках. Всем пока, кому было интересно.